Опа-на, ребята, всем привет! Вы на канале Дэнплей, и сегодня через 55 минут у нас закончится технический перерыв и начнется обновление в игре Brawl Stars. Выйдет крутая супер обнова, где добавят Brawl Pass и вообще дофига всего. Ребята, ждите, не переключайтесь, ведь сейчас через несколько секунд мы уже встретимся в Brawl Stars, где я надеюсь, что этот перерыв не какой-то там, что типа сервера там остановили, типа, а просто вводят обновление. 13 сегодня мая. Все думали, и я думал, в том числе, что будет 14-го. Но как доказывал Арткул, я сейчас сижу на его стриме. Короче, 4 часа уже на стриме его сижу. Он все-таки думает, что сегодня будет обнова. И он угадал, что сегодня 13-го будет обнова. Я все-таки думал, что 14-го, потому что все-таки компании Supercell 14-го мая исполняется 10 лет, и в этот день, я думаю, они запустят обнову вместе со скином на Була, вместе со всем-совсем. Короче, ребята, начинается у нас супер обнова, сижу дома, 14.00 сейчас, ну почти 14.00, 14.09. Короче, ребята, ждем. Надеюсь, что это будет самая крутая обнова. Я лично думаю, что вот для донатеров эта обнова просто самая крутая. Ну, я лично куплю Brawl Pass, я очень хочу уже начать проходить его. Я надеюсь, что он добавится вот сегодня, а не в конце сезона. Ну, конечно же, скорее всего, в конце сезона, но я думаю, что это не будет зависимо от конца сезона. Ну, короче, ребята, увидим. Через 55 минут, короче, обновлять будем. Все будем делать, все. Давайте, не переключайтесь. Для меня еще 55 минут сидеть на стриме, ждать эту обнову. Все, давайте, ребята, всем удачи и всем... Какие покедово? Сейчас же будет самая крутая обнова. Все, давайте, не переключаемся. Поехали. Ребята, только что вышло новое видео на канале, официальном канале Brawl Stars. Я не знаю, вот сейчас я смотрю стримчански, вышло какое-то видео Brawl Stars, Taras Bazaar and Brawl Pass. Давайте посмотрим, 1 минута всего лишь, я не против посмотреть. 10 лет! Вот такая вот будет загрузка. Какая-то карта Джинас... Короче, продаются лампочки Джина. Я, если честно, первый раз сейчас смотрю, я вот до этого момента досмотрел. Вау, как все ярко! Таран Глаз. Это я уже видел. Лампа Джина. Бравл Пасс, Тарас Базар. Давайте я потише сделаю. Brawl Pass. Короче, все на донат. Все на донат. Рекламирует везде этот Brawl Pass. Вот Гейл, как вы видите, будет. Вот. Новый хроматический бравлер Гейл. Короче, ребята, ждем. 50 минут осталось. Нужно выполнять квесты. Получать эмоции. Вау! Вау, вау, вау! Вы видели? Ребята, посмотрите, это вы получите такое количество боксов, если вы купите еще и Brawl Pass. 14 мега ящиков, это жирно. Это очень жирно. Короче, очки силы, гемы и монетки, все. Короче, ребята, прям сейчас, вот только что. Get your Brawlers. Brawl Pass, да? Да, Brawl Pass now. Короче, ребята, сейчас будет Brawl Pass. Ждем Brawl Pass. Все, давайте, не переключайтесь. Погнали ждать. Ребята, я уже могу обновить Brawl Stars. Прошло 17 минут. Прошло 17 минут техперерыва, но уже можно обновить. Я не знаю, что можно обновить, если техперерыв длится только 17 минут. Еще где-то 40 минут будет длиться он. Ну, давайте нажмем кнопочку «Обновить». Я даже сам не знаю. Тупо сам не знаю. И даже написано, что нового добавят. Новая система продвижения. Больше наград. Понятная система продвижения. Короче, также квесты, чтобы прокачаться быстрее. Brawl Pass с дополнительными наградами, гарантированным хроматическим бравлером и уникальными возможностями для персонализации. Добро пожаловать на Восточный Базар. Новое оформление, новые скины, новые карты. Прочие. Временное возвращение. Горячая зона, короче, возвращается. Я думаю, вы знаете.
Короче, ребята, ждем этой обновы. Мы уже можем открыть, получается, да? Скоро сейчас откроем Brawl Stars, не знаю. Здесь же не обновление будет, здесь просто будет... Ждем, короче, ребята. Ждем, пускай установится. И откроем, посмотрим, что сейчас будет. Это видео по обновлению Brawl Stars растянется на 2 или 3 части, ребята. В этой части мы, вот техперерыв, мы ждем обнову, мы прям открываем Brawl Stars. Ну а обозревать обнову, я начну обозревать обнову в первой части, но продолжение обозревания обновы будет уже во второй части. Во, наконец-то оно... Капец! Что? Подождите. А! Вау! А ну-ка, давайте. Я просто подумал, что у меня зависло, типа, что думаю, как, почему не включается Бравл. А она, оказывается, просто, типа, загружалась, потому что обновление, типа, поменяли. Вау, я хочу просто еще раз зайти. Давайте как-то, как можно, не выходя... Окей, давайте сейчас поставлю на паузу. Ребята, наблюдаем сейчас новая заставка Brawl Stars. Технический перерыв. 45 минут осталось. Ждем, ребята. Ждем, еще раз ждем. Тоже вы готовы? Да, капитан, мы готовы. Все, загружайся. Ты должен загрузиться, Brawl Stars. 100%! Вау. Мне дали за один билетик один гем. Да ты ля просто. Скриншотим быстро. Это у мало кого будет, потому что все до нуля сливали билеты. А я для прикола оставил один билет, и мне дали один гемас. Что, вышло обновление, мы обменяем. Класс, это можно вообще ютуберу скинуть какому-то. Класс. Ремодель Пэм сразу меня встречает, потому что я забыл перед обновлением поменять Пэм. Вау, Бравл Пасс. У меня шок. Давайте заберем события. Что ли? Это что за галочки? Это квесты, да? Горячая зона, ребята. Бравл Пасс вышел, вы представляете? А с выходом Бравл Пасса, ребята, у меня есть 180 гемов, чтобы его купить. Но я это сделаю в следующей серии. Сегодня мы с вами пофанимся, посмотрим, что вообще за обновление. Мортиса добавят, коварного Мортиса через 5 дней. Добавили какую-то акцию, но на самом деле она фиговая, потому что гемов мало. Удвоители жетонов, они остались? Удвоители жетонов остались, прикиньте. Прикинь просто. Чё? Просто супер. Король варваров Бул. Давайте скриншотик. Скриншотик, запись идет, ребята, запись идет. Фух, ну что же, забираем. Подарок, Булан, братан, иди сюда, коварный мой Бул. Ой, король варваров Бул, а не коварный. Скриншотик. Просто топ, ребята. Это реально топ. Это на украинском сказал. Ладно, забейте, короче. Давайте посмотрим же внизу, что у нас есть. Гейл, вот так вот выглядит хроматический новый бравлер. Я его испытывать не буду, потому что вы уже знаете, как он выглядит. Что вообще это за бравлер? Вау. Вот мне серьезно очень нравится фон. Я люблю фиолетовый цвет. Вы, думаю, видите, что у меня оформление фиолетового более такого цвета. Просто реально очень крутой фон. Буду на превьюхах его юзать, ребята. Ждите, будет на превьюхах часто такой фон, как сейчас в лобби. Нас встречает ремоделька Пэм. Просто посмотрите, какая она классная. Татуировка. Есть татуировка, ребята. Это самое главное. Вот без татухи Пэм не Пэм, короче. Вау, Поку поменялась иконочка. Это означает, что нас ждет квест на этом бравлере. Просто круто, очень. Что я хотел еще сделать? Я бы хотел посмотреть нашего быка. Бычок, где ты? Да где, малой? Вот он. Был бычок, блин, офигеть, король варваров Бул. Очень классный скин, ну вы посмотрите, это похоже на перчатку Таноса, знаете такую? Класс. Корона, ну все как надо, все просто как надо. Такой офигенный меч с дробашом, это просто люто круто. Ну что же, заходим в Бравл Пасс.
Вау, 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 вау. Активировать можем. Но я это сделаю в следующем, ребята, видосике. Ждите, ребята, в следующем видосике будем проходить Бравл Пасс. Куплю, конечно же, Бравл Пасс, как без этого. Ну, вы понимаете. Кстати, я могу купить и сразу открыть мегаящик. Ждите, ребята, следующий видос будет просто супер-супер топовый. Давайте откроем этот бигбокс. К сожалению, нам ничего не выпало. Давайте посмотрим квесты. Квесты. Квесты длятся... Так. Выиграй бой. Офигеть! Что? Что это за квесты такие? Исцели 30 тысяч единиц здоровья бойцом Поко. 30 тысяч? Офигеть. Нанеси 90 тысяч единиц урона в режиме захват кристаллов. Победи врага 24 раза, короче. Победить надо 24 раза, кого-то убить. В режиме одиночного столкновения. Это изи. Это изи. Почему 24... Хотя нет, это дофига. Это очень дофига. Пройди уровень в режиме бой с боссом. Но это изи. Офигеть! Это же я сейчас куплю Бравл Пасс. Точнее, в следующее, ребята, видео. Оно выйдет прям сразу же после этого. Ребята, ждите. Просто ждите. Вау! Вау-вау-вау! Что это происходит, ребятки? Это жесть. Это жесть. Какая классная... обнова. Мне она серьезно нравится. Вот квесты... Ну, у меня ящиков не было, к сожалению. Я их потратил. Я думал, что их уберут нафиг. А оказывается, я просто их... Ну, если бы я не открыл ящики, у меня бы сейчас гемов не было, и мне пришлось бы донатить. А я не хочу. У меня гемы остались еще. Короче, офигеть. Офигеть. Что, ребята? До конца сезона 53 дня. Это, оказывается, не какая-то там фигня. Это, оказывается, серьезная правда. Я до последнего думал, что это, типа, просто какая-то фигня. Думал, будет длиться сезон, ну, как сезон, 14 дней. Да, 2 недели. 14 дней, да. Но, оказывается, нет. 53 дня. Это можно все квесты выполнить. Хотя они достаточно тяжелые, я бы сказал. Они не очень даже тяжелые. Блин, ну как это? Нанеси 180 единиц урона в режиме Бравл Бол. Это типа не команда. Это типа ты должен нанести сколько-то вот урона. Вау, нанеси 180 тысяч. Да это нужно, не знаю. А как получить, вот, например, эти все награды? Как, к примеру, Гейла получить? Это нужно поскольку? 75. Это я перейду на большой ящик. Точнее, на ящик обычный. Ну, короче, такая себе фича, если честно, не особо, блин, круто. Если честно, проходить эти квесты очень будет запарно. Но я хочу получить этот скин, хочу эмоций. Эмоции. Кстати, эмоции. Вау, данные боя изменили, блин, значок. Давайте позырим, создадим дружескую игру. Эмоции. А где эмоции? Вау! Эмоции добавили прямо сейчас! Воробушек можно показать! Вау, давайте пойдем в катку. Я не могу. Давайте пойдем в катку, в горячую зону. Вау, она возвращается. Горячая зона, да. Почему я всегда говорю горячая жо? Ну, потому что подгорает, видно, да? Да. Класс, ребят, давайте на ПМ пойдем. Ремоделька ПМ. Вау, просто... Просто топ. Очень люблю, когда выходят крутые обновления. Где можно эмоции тыкнуть, чтобы у наших сопов побомбило немножко. Вау, как она ходит? Она ходит, как будто какой-то инвалид. Ну, серьезно, посмотрите, как она так... Хотя, не, нормально она ходит, что я наговариваю на самых честных и на самую честную ПМ. Блин, а почему нас так жмут? А ну иди сюда, разбийник. Давай, иди, на тебе. Раздам сейчас. Да, отлично. Мы захватываем проценты вверху. Мы 30... Так убейте вы этого Эльприма, убейте, пожалуйста. Блин, я покинул случайно. Есть, отлично, мы убиваем. Надо хилочку ставить и убивать Эмс как можно быстрее, пока она застопалась. Отлично, мы просто забираем зону. Мы отлично, просто... У меня нету что сказать, ребята. Я сейчас говорю, как реально какой-то
какой-то, ну, серьезно, очень радостный дурачок. Потому что это серьезно круто. Конечно, этот режим уберут, наверное. Я не думаю, что он останется надолго. Через месяца два его уберут. К лету его уже не будет, скорее всего. Хотя, кто его знает, если чувакам зайдет этот режим Supercell, я думаю, задумаются над тем, чтобы оставить этот режим навсегда, полностью прям. Захватываем. Есть, мы побеждаем. Нет, мы еще не победили. 90, 96, 97, 98, 99 и 100. Бой окончен, и это наша победа. Класс. Все-таки эмоции... Вау! Что? Как так? Скрин. Классное окончание боя. Вау, и мои токены пошли в Бравл Пасс. И я могу забрать бесплатный ящик. Какие же вы щедрые, Supercell, а? Молодцы. 100 монет из маленького ящика? Немало. Класс, ребята, мы заберем в следующем видосике мега ящик. И также пойдем выполнять различные квесты. Вместе с вами пойду делать эти квестики. Все, ребята, сегодня вы были на моем канале Denplay. Ждите, сейчас скоро выйдет новый видосик, где мы будем Бравл Пасс проверять. Ну, это серьезно очень крутое обновление. Конечно, ждал я его долго. Сейчас уже почти 5 часов. Блин, вы понимаете. Ну, немало ждали. Блин, еще там какие-то ошибки были у Supercell. Не сразу после технического перерыва вышла обнова. Нужно было еще где-то час-полтора ждать. Короче, ребята, вот такой вот был сегодня видос. Надеюсь, вам понравилось. Забирайте как можно быстрее скин на Була. Скин на Була под названием... почему я не выбрал? Надо вот так сделать. Отлично, вот такой вот классный скин. Просто бомбезная обнова. Пойдем сейчас покупать Бравл Пасс и настоящими донатерами станем. Все, ребята, давайте, до встречи. Всем хорошего настроения. Не переключайтесь, покедова.